Ребята, я не раз слышала о том, что на Шри-Ланке на острове периодически выключается свет, электричества нет. А это значит, что нет и интернета, не работает кондиционер. И вот вчера это случилось. Но я никак не думала, что выключают свет на 5 часов. С 5 вечера до 10 не было света. Какой это ад! В квартире, в доме, в номере находиться невозможно. Без интернета, без кондиционера. И мы вышли на улицу, потому что здесь хоть немножко был воздух. Сейчас он проедет. Поворачивает на меня. Ребята, и это был кошмар. Мы, короче, вышли на улицу посидеть вот здесь, на ступеньках, в которые мы первый раз приехали. И что вы думаете, пошел тропический ливень. Он был, было хоть и тепло, но было даже немножко страшновато. Молнии такие были. Короче, кошмар. В 10 вечера ровно дали свет. Мы кайфанули, побежали домой, короче, включили кондиционеры. Телефоны, Wi-Fi подключился. Боже, как это, какая благодать. И теперь я вот думаю... Если говорили раньше, что это очень часто происходит, неужели это ежедневная практика? Тогда кошмар будет. Ну, посмотрим. А вы сейчас на канале Best Family. Это наш 4-й день на Шри-Ланке. Мы в поселке Хикадува. И идем с вами. Сегодня воскресенье. А по воскресеньям здесь местный базар. На байстейшене, то есть это на автостанцию, приезжают местные из деревень. И продают все, что они вырастили. Мы обгорели. У меня сгорел полностью лоб. Я теперь хожу в кепке. Влад с нами не пошел, потому что у него сгорело плечи, спина. Бедный мой мальчик, короче, тоже лицо сгорело. И он, короче, остался дома. А мы, я говорю, надо идти, потому что базар по воскресеньям. Поэтому, говорю, надо пойти поснимать, что там есть. И может, что-нибудь прикупить-то тоже. Вот. Осьминог. Да, продолжим. Осьминог, который мы вчера с вами купили на рыбном рынке. Я же там немножко его поклевала и думаю, ой, заберу-ка я его с собой. Мне его упаковали тик-эвэй на вынос. Виталик на овощном рынке его потерял. Пошел, нашел. Мы донесли его до дома. И думаю, слушай, ну почему мы его несем? Вот оно нам надо. И мы его выбросили. Вот такая история со осьминогом. А сейчас, короче, рынок. Местный базар. Куда идти? В принципе, вот автостанция, где главная, да, приезжает этот, автобусная станция. Ну, объяснила, ладно, вдруг. Кто же не понял, что такое автостанция. Я же должна была объяснить. И вот, да, уже начинается рынок. Коврики ручной работы по 30 рублей. Ой, я дорогу перехожу, путя. Осторожно надо. Так, здесь он, наверное, масло кокосовое продает, мне кажется. Это кокосовое масло. Я поняла, это не надо. Это, ну, наверное, как наша петрушка, да? Хлебное дерево. Ой, слушайте, он его сейчас будет раскрывать. Ничего себе. Hello. Джекфрут. Джекфрут. Вот он его чистит. Это огромный фрукт. Я научилась чуть-чуть. Вкусно, говорит, как мармелад. Мне так кажется, он так сказал. Вы же знаете, мой английский, мой уровень английского. Я просто... Зачищенный. И вот такие вот... Остатки, наверное, это не продается. Так, ага, говорит. А, хочет передать привет. Давай. Hello. Привет, из Шри-Ланки. Ой, там еще и бабушка тоже так же чистит, видите? Она тоже чистит такой же джейфрут. А посмотрим, что будет дальше. Вот женщина пакет купила. Сейчас посмотрим, сколько она заплатит. Она заплатит 200. Ну, получается 60 рублей. Нет, 150.
Получается, где-то 45 рублей она заплатила на наши деньги. Thank you. Все, спрятала. Ну что, а здесь вот нормально. Здесь есть и этот... Сейчас, подождите. Камеру направлю. Шорты, платье. Одежда. Так, тут же рыбка. Ну, рыбку мы с вами уже видели на рыбном рынке. Тут тунец. Вот еще вам покажу тунца маленького. Уже чищенная, без шкурки. Блин. Так, ничего бы не пропустить, все бы поснимать. Так, опять рыба. Ну что, рыба, тунец, вот он. Он филе нарезает тунца. Интересно, такие кадры можно вообще показывать в этом? Так, посуда. Посуда, кружечки. Ой, сейчас покажу, на этой стороне горшки. Тарелки вот такие глиняные. Вот такие глиняные горшки с крышкой. Сейчас спросим, сколько стоит горшочек такой. Не знаю, для чего, легкий очень, потому что глиняный. How much, my friend? 200 рублей. Окей. 200 рублей, 60 рублей стоит такой горшочек. Так, здесь палочки-вонючки, специи, а здесь только выкладывают. Приехали муж с женой и выкладывают красивые вещички. Наверное, она сделала своими руками, мне кажется. А, нет, купили, видно, что купили. Так, о, чистилка какая. Короче, вон чистилка для картошки с одной стороны и для морковки, наверное. Так, ладненько. Ой, кепки. Слушай, можешь мне купить себе здесь кепку светлую? Виталик мне не дал купить кепку. И я в черное хожу. Вот мне бы беленькую. Слушай, может, там дальше будет какую-нибудь... Ну и что? А какое здесь может быть качество? Слушай, оно такое же, как и у нас продается. Чем оно может отличаться? Ты прям так говоришь. How much, my friend? 450. Идем потом еще посмотрим дальше. Сравним цены, как говорится. Тоже сейчас на входе куплю, а там окажется, что оно там дешевле. Знаете, какой рынок длинный? Вон какой большой рынок. То, что ты так кричишь-то, а? Так, тут мы зашли. Ничего интересного. О, яйца, яйца. Вот здесь 40 рублей. Это получается одна штука, 40 рублей. Да, это 12 рублей яйцо, ребят. Кто из Краснодара или не только, везде яйца подорожали. Вот знаете, что, короче, в Шри-Ланке батат, сладкий, нет, это не сладкий картофель, это просто батат, типа картошки, да? Ну, кто не знает, вдруг. Лампочки, фрукты. А мы вчера только с вами купили, и, кстати, из-за того, что у нас не было света, мы не попробовали. А что это за фрукт такой? Ёлки-палки. Смотрите, что у него внутри. Какая-то кашица. Виталь, ты хочешь попробовать? Попробуй, пожалуйста. Сейчас, подожди, я камеру мне надо на тебя направить. Это чика или что? Нет, это не чика. Кусочек отломи и попробуй. Ты можешь вот это нужно попробовать? Да. Ты что, не надо было это пробовать? Короче, какая-то ерунда, да? Фу, да? Как что? Гнилое яблоко. Да? Как гнилое яблоко, говорит, очень сильно гнилое. Так, тут у него зелень местная. И цветки банана. Видите, обязательно цветки банана продают. Они из них и готовят тоже. Ой, здесь какие лаймы хорошие. А мы вчера с тобой скупили мелочь. А тут вон какие лаймы классные. Опять это продают. Видите, а мы только что-то попробовали. Это гнилое яблоко внутри. А люди берут. Это что-то не то. Потому что они-то ну, куда-то добавляют, как специи. Ой, смотрите, манго 150 рублей. Это на наши деньги 40 рублей килограмм манго. Вы представляете?
Купи, пожалуйста, килограммчик. Давай на обратном пути, да, купим, будем идти. Все, мы на обратном пути. А представьте, папайя 160 рублей. Сейчас я вам покажу, вот девочки покупают. Так, значит, я мимо вас пройду. Вот, смотрите, 160 рублей папайя. Это на наши деньги. 30 рублей, 100 рублей, короче. 30, ну, где-то получается 45 рублей килограмм. А ананасы 250 рублей, Виталик, ананаса. А мы с тобой вчера такие ананасы купили по 500 рублей килограмм. Короче, килограмм ананаса стоит 75 рублей. Вот, почему, господи, пока посчитала. Ваши крупненькие, эти мелкие, эти вон какие, а эти вот какие, то есть мелкие. Местные игрушки. Дешевого пластика такого видно. Пластик аж прозрачный. Называется. Арахис. Кокосы закрытые. Ой, тапочки. А мне надо было тапочки. Блин. Слышишь, да, мне нужны тапочки. Но мне нужны же вот такие. Хотя бы, да? Или это мужские, он скажет. Интересно, они... А вон, блин, какие с этими? Просто? Блин, ребят, да, натираю кроксами, ноги растерла. Нужны тапки. Сейчас, короче, тоже купим. Сейчас посмотрим, может, еще что-нибудь будет из тапочек, выбор. Где-нибудь получишь что-нибудь. Эти прям сильно тонюсенькие, я боюсь, что не на один раз. Какая женщина. Среди зелени. Видите, какая это? Петрушка укроп. И вот у него такие весы, на которых она взвешивает. Слушайте, Леонид, маленькие кокосы. Это ж коконат? Коконат? Но, да, я думаю, это маленький кокос. Тамбук. Это, ребят, тамбук. Это тамбук. Это имбирь. Сейчас очень актуален, наверное, в России, когда холода. Всегда нужно кушать имбирь, чтобы не болеть. Там здесь готовая еда, видите, под пленочкой. И вот. Прям перец. Прям перец. Жареный перчик. Чили. Кстати, холод этот острый. Так. Ну, в основном вот фрукты, бананы. Здесь цены ниже, и люди приезжают сюда, видать, по воскресеньям местные закупиться на неделю. Чеснок. Я не понимаю две цены, почему. У меня еще я не очень понимаю, как ей пользоваться. А вот рыбка. И везде сухая рыба. Но если у нас ее принято под пивко, то здесь из нее готовят основные все дома блюда. Хотя у них есть свежая рыба, и вообще этого не понимаю, почему именно вон креветка. Почему именно из такой рыбы надо готовить, там, карри, да? Вот видите, здесь уже ананасы 500 рублей килограмм, очень крупные. Да. Ой, манго по 200 какое. Вообще, 60 рублей килограмм манго, ребят. А это гуава. Гуава? Вон гуава. Я ее никогда не понимала. Попробуй гуаву. Вдруг она все-таки вкусная. Отрежете ему. Тести, my friend. Yes, where is this? Как тебе? Вообще никак, вата. Вата, да? Так и есть. У тебя сколько раз тоже пробовала гуаву на вата? Ну да, никакая. Не получается у нас любовь с гуавой. Thank you! А то что-то, короче, новенького-то ничего. Новенького ничего. Вот яйца, яйца.
Ну как? Пластик. Слушай, там так кричат все. Что там происходит? Они прям как торги там какие-то идут. Ой-ой-ой, я бегу туда. А, ну это просто конкуренция. Они друг другу, ну, кричат. Ничего не понимаю. Почему они так громко здесь кричат? Так, нам надо кепку и тапки купить, да? Не забыли мы. Тихий ряд, вернулись, там, короче, нам делать нечего. Здесь нужно не забыть сейчас купить, где-то мы обещали купить манго, по-моему, дальше. Ну, мне не нужны палочки, предлагают мне. Мы сейчас должны купить... Ой, слушайте, а может быть мы купим... Нет, не будем. Я думала, может быть надо или может быть не надо покрывало. Блин, мне так лениво тягать. Вот он за собой. Мне надо купить кепку. Мне нужно купить... Тапки. Вот, сейчас я куплю тапочки себе. О, мой гад. How much, my friend? 280. 290. Это значит 320 рублей. Они мне как раз. Наверное. А small? Next. А чё? А ты что думал? Я хочу какие? Белые? Да, у тебя огромные. А это большие. Big. А это вот те возьми. А вот эти Nike, блин, потертые Nike, да, тоже. Хотя какая разница? Мне просто походить не в чем. Вот это твои цвета. Что-то там были, может, там другой размер. Мне что-то эти, ну, одни большие, широкие. Ну, а почему бы не повыбирать, да? Я на базаре или что? Сейчас мы и кепочку возьмем, и этот. И тапочки. И главное не пройти манго, где мы хотели купить.
А, вот они. Топульки, 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 топульки. Что ты мне даешь? Подожди, я сейчас выберу. А это мне на свой вкус хочешь дать. Сейчас я у него узнаю, сколько у него стоит. How much? 400. 400, да? Это страшненькие. Такие. Ну, они уже почти порватые. Маленькие. Рыбок. Натурель. Натурель. Рыбок. О, рига. О, вот это. Блин, Виталь, такое, ну, конечно, это. Но у меня что, нет выхода, получается. Okay. Виталь, окей, а что? Окей. Берем. Рыбок все-таки за 120 рублей на наши деньги. 400 нужно будет ему заплатить, Витась. Мы пойдем дальше. Фу, как жарко. Кошмарики. Вся мокрая. Так, берем манго здесь. Мы хотели взять манго. Килограммчик, да, возьмем? Давай. Ван кило? Ван кило. Давай. Попробуй, да попробуй. Мне такие... Он снимает меня? Да. Ой, какой вкусненькая. Слушай, мне нравится, короче, что я ем только вкусное, а Виталик всякие какашки пробует. А, что там? А ну покажи. Четко. One kilo. Четко. Thank you. Всего 150 рублей. Это получается, я вам уже говорила, 45 рублей. Виталик, плати. 150. Не, у нас есть ананас. А это вкусное? Тести. Смотрите, здесь есть еще другое манго, другой сорт, более оранжевое. Давайте его тоже попробуем. Короче, сейчас я попробуем еще вот такое темненькое. Это другое тоже вкусное. Ван кило. Угу. Вообще отличается. Разное. Так. Вообще разное. Today. А, today и tomorrow. Он знает. Представляете, он знает, какой сегодня. Это today, это tomorrow. Ой, thank you, my friend. Получается, эта манго надо есть сегодня, он выбрал мне такое, а эта манго будем завтра кушать. Он брал поплотнее. 220? Ну, давай, 220 есть у тебя, дай ему 220, там чуть больше. Ну, конечно, узнаешь, что помню. 20 есть? 20 рублей Так, ну что, пошлите за кепочкой, я не забыла. А то Виталий сейчас такой, что проскочит, пробежит. У нас уже вон сколько покупок. Манго два вида и тапки. Все, бай-бай, мой френд. Нейм. No good. А ну давай. Виталик попробовал говорить ерунда. Ну-ка, сейчас я протестю. Посмотрите, что он делает. Он его разбивает там. И говорит мне. Вау, сейчас. Смотрите, он вот так выглядит. Good apple? Good apple. А, это все-таки яблоко, только wood. Wait. Да? Давай. Ну, забродившее яблоко. Оно пахнет, как забродившее яблочко. Сейчас мы его попробуем, протестим. Не может удержаться. Зла не хватает.
это ж надо! О, боже мой! Какой кошмар! Что ж это было? Чё, я тебе не поверила сразу, что это такая херня. Ткани продает. Надо бы что-нибудь шить тут мне, а? Такая ткань какая-то нехорошая. Не будем ничего шить. Ткань у них хорошая. Ой, фу, а чего они это берут все? Почему они решили, что надо это покупать? Я видела, как они покупали. Так, где мой дядя с кепками? А, у меня во рту до сих пор непонятно сети. Ребята, это гадость такая. Так, кепочки. Сейчас. Блин, ну белая это хана, надо красную взять. Я там швы. Так. Давай, давай, достаем. Red. Сейчас я как расскажу вам. Это я, my friend, можно? Можно. Чтоб никто только не уволок, пока я тут буду отвлечена. Я шляпу не схочу, я не смогу носить. А тут ля. Найк мне тоже не подходит. Блин, ну надо какую-то взять, потому что ребзики этот, я не хочу ходить в том, что есть, я поняла. С рогами. Ну, сейчас я все переверну. Мужик, я такой, я капризный. Это смол. Смол? Фу, сейчас я... Это гадбику такая. Хорошо? А? Вот такая же, как у тебя. Прям. Сама ты Чиполлино. Вот, смотри, хорошенькая. Оп. Такая же, как у тебя. Куда мне посмотреться? Looking. Сейчас он найдет зеркало, пошел на другую точку за зеркалом. Мне надо вот эту кепку примерить. Сейчас у него есть одна кепка, я ее хочу примерить, пока его нет. Вдруг я захочу быть брюнеткой, то можно вот так. С косами. О, нашел. Хорошо. Это держи, это мне не надо, не подходит ни мой размерчик. А вот это можно. Ну и чего ты? Лицо красное, кепка красная. Лучше нет, надо брать. Окей, я возьму. Я не помню. 400 рублей. 400, да, 450. Он же тебе рисовал тогда на этом, на калькуляторе. Короче, 120 рублей. Мы уже сегодня здесь достаточно потратились. Оденешь на себя это? Оделась? Фу. Все, я с обновочками, ребят. Я с обновочками, кепка, тапки, все под цвет. Ну как под цвет? Ну да, почти под цвет. Вот. И, короче, манго. Тащим домой. До свидания, рынок. Я устала здесь ходить. Все деньги тут оставишь с вами. Все нужно, все надо. Все такое красивое, вкусное, что надо отсюда уходить. Ой. Фу. Не буду дышать пока. Я думаю, все-таки купить покрывало, пока Виталик не видит меня. Я чуть-чуть вам скажу это, посоветуюсь с вами. Я чувствую, что мне надо. Сейчас, да-да, я посмотрю, сейчас какой-нибудь выберу. Слушай, во-первых, я думаю, может быть, нам нужна такая сумка? Где-то есть. Я поняла. Это такое, может быть, нам нужен чоппер такой носить что-нибудь? Не надо, да, ничего носить? Окей, нам ничего не надо носить. Сейчас я тогда посмотрю покрывальце какое-нибудь. На пляже сидеть. Ну и на пляже сидеть, это как полотенце.
Вот они такие, в полосочку. Блин, надо мне это вот... Подержи ты тогда. Давай сейчас я тебе аккуратно отдам. Вот одно. Вот второе. И вот третье. Все. Сейчас я посмотрю, какие-то полотенца. Это, короче... Это одно такое огромное. Ого! Хорошенькое, да? Сейчас узнаем, how much. How much? How much? Он сейчас мне напишет. 800. Это получается 240 рублей. Надо брать. Да? Возьмем одно. Есть... Это одинаковое все качество, да. Пойду посмотрю, я не ошиблась, может, точно мне такое надо? Так, мужичок, а ну-ка, сворачиваемся, пока я тут буду смотреть. Ну так, он предлагает еще вот такое у него есть покрывало. Ой, это что, юбка? Это юбка, саронг. Чего ты мне юбку даешь? Это саронг. Саронг, yes. Саронг, ну куда мне саронг? Мне надо же покрывало было. Все. Так. О, вот такое мне еще нравится. А это how much? Сейчас он напишет. Сейчас он посчитает. Еще вот, ребят. Видели, нас поэтому носят? По пляжу. Скажи. А ну давай. Говорит, вот так тебе будет как хорошо. Да. Да, 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 будь царин. Да, давай. Давай, давай. Давай я подержу. Давай я подержу. Пакет подержу. Угу. А ты вас давай. Крути, верти меня. Сейчас как будет красиво. Вот так. А, ну это так у нас и в Геленджике ходят. Я думала, ты по-местному сделаешь. Это у нас есть такое. Так, ты микрофон, так, микрофон мне. А вот так еще и вот так. Короче, накрутила, навертела. И так и тоже ходят у нас. Thank you, ma'am, thank you, ma'am. А how much? 1500? Ты точно? Не big price? Точно? 1500. Вискоз, handmade. Это вискоз, а это? This is handmade. This no viscos. This is cotton. Катон. Yeah. Это чистый катон, а это вискоза. Окей. Слушайте, я куплю за 240. Что-то мне 1500. Different quality. Yes. Это good? Good, good. Good. Yes. Это good. Это мягенькое, да. Ну я поняла. This is handmade. Здесь еще, да, бахрома какая красивая. I also business beach. На бич, да, на рынке. О, на этом. Ты торгуешь? Work beach? Я. А, ты на этот, она работает на пляже, поэтому она их продает. 1500. Come back. Come back. Слушайте, это получается, что оно стоит 450 рублей, нафиг оно надо. Давай вот это за 240 возьмем. Давай вот это нам, вот это. Да. Упаковывай. Месяц попользуемся и оставим здесь. Давай. Ой, господи, я хочу домой. Безумная жара. В принципе, ну не надо вот это выходить и деньги тратить на все подряд. Потому что у нас нет даже чемодана, и мы ничего все равно с собой не увезем, и все тапки. Вот именно что, знаете, сюда и приезжаешь. Вот тапки, кепка, покрывальце какое-то. Купил здесь, уезжаешь, здесь же бросил. И все. Да какой тук-тук, вон хом мой. Не надо мне биг тук-тук. Фу, короче, сейчас пробуем фрукты и расходимся.
Так, никто на меня не наедет. Я очень важный, ценный человек для своей семьи. Поэтому будьте добры. Ой, что-то происходит.